Пойдем, а то не дай бог. Ты попадешь в кадр, а ты ее покупаешь. А контрафакт в городе есть. Полиция в очередной раз посещает эту рюмочную. 15 литров крепкого алкоголя, отсутствие лицензии на его продажу и печальные гости заведения. Продукция будет изъята, ООО и владелец будут привлечены к административной ответственности. Такая ситуация происходит в этой рюмочной от 1 до 2 раз в месяц. Пока сотрудники полиции занимались изъятием алкогольной продукции, хозяин заведения согласился нам объяснить, почему до сих пор он занимается противоправной деятельностью. У меня тоже есть семья, у меня есть ребенок. Нам работу пока не дают. А что такого? Почему рестораном можно торговать ночью, водкой, большим рестораном, шум, гам, ресторан. А у нас маленький, у меня тут 5-6 человек, нам нельзя. На протяжении 20 лет у хозяина заведения была лицензия, но с вступлением в силу нового закона теперь он не может торговать здесь крепкими спиртными напитками. Рюмочная в Приокском – яркий пример того, как сейчас происходит продажа контрафактной алкогольной продукции. Сотрудники полиции имеют право только изъять спиртное, закрыть заведение они не могут. После рейда хозяин, скорее всего, вновь привезет в рюмочную партию алкоголя. Решение о закрытии заведения может принять только суд. Каждый раз он постановляет лишь запретить реализацию алкогольной продукции. Продавать пирожки в этом месте можно. Так что алкоголь без разрешения вновь завозят. Его вновь изымают, и все идет по кругу. За истекший период 2016 года сотрудниками по исполнению административного законодательства выявлено порядка 1350 фактов незаконной реализации на территории Рязанской области. Изъято порядка 13 тонн алкогольной продукции. Алкогольная продукция, которая была изъята, возможно, пройдет контроль качества, но есть вероятность того, что в подобного рода заведениях и продуктовых магазинах продается суррогатный алкоголь, от которого организм человека может никогда не восстановиться или вовсе не выдержать отравления. Бывают, особенно когда в запущенном состоянии привозят родственники, то, несмотря на оказываемую помощь, мы пытаемся оказать эту помощь, но организм, ну, как я говорил, фильтры организма, то есть печень, почки, сердце, они уже настолько поражены, что не справляются с этим, и поэтому, несмотря на оказываемую помощь, как бы заканчивается все летально. Многим данную помощь удается оказать, но в дальнейшем возможна инвалидизация организма. Человек жив, но не может выполнять функции в полном объеме. Люди после запоев теряют память, способность говорить, ходить. Чаще всего отравление происходит постепенно. Все зависит от качества суррогата. Как бы то ни было, тем, кто хочет пить, ничто не помешает выпить и стеклоочиститель. Пассажиров в наркологии с каждым годом прибавляется. И если представить, что водка действительно подешевеет до уровня 100 рублей, возможно, ее станут покупать еще больше. Но вряд ли это остановит производителей суррогатной продукции. Министерство финансов сейчас выступает против снижения цены на водку, заботясь о государственных сбережениях. Скорее всего, сохранить бюджет и избавить Россию от контрафакта сможет только позиция советского правительства, когда водка была государственной. Это полезно для бюджета страны. Да и подделка такой продукции по неправомерности будет приравниваться к подделке денежных купюр России.